мрачной гавани вы всегда сможете найти отряд «Челюсти льва» в таверне «Спящий лев». Так-так, где же эта таверна? Может быть, здесь, у фонтана? Или около этого моста? А хочешь, прямо сейчас зайдем в таверну «Спящий лев» и поближе познакомимся с отрядом «Челюсти льва». И для этого нам не понадобится игра «Глумхевен. Мрачная гавань челюсти льва». Интересненькое дело, а что же нам понадобится? А понадобится нам вот такой комикс «Падение льва». Закрывайте один глаз и другим глазком посмотрим на этот комикс. Как насчет того, чтобы пропустить по кружечке в таверне «Спящий лев» за одним столом с героями «Мрачной гавани»? Знаменитые «Челюсти льва» — лучшие из лучших. Если тебе нужен отряд искателей приключений, выбор очевиден. Но есть задание, которое не под силу даже им. Таким стало и поручение лорда Седогрива. Впрочем, пусть Вермлин Канафи, Куатрил Вспышка, Валрат Тайбер, Инокс Тесак, жрица Диамартия и бармен Айзек сами расскажут вам эту историю. Перед вами комикс по вселенной настольной игры Айзека Чилдреса. Скажем спасибо издательству Hobby World за то, что мы на понятном нам языке сможем поговорить с героями «Мрачной гавани». Этот комикс не только для тех, кто играл в «Глумхевен. Мрачная гавань. Челюсти льва», но и для тех, кто хочет познакомиться с этим миром. Может быть, после прочтения этого комикса вы скажете: «Все, теперь точно настольная игра «Челюсти льва» будет на моем столе». Так что это комикс не только для тех, кто знаком со вселенной, но и для тех, кто хочет только познакомиться. С вами был Сергей Анатольевич Рябухин. Прочитать комикс? Напишите в комментариях.